мячей в 92 матчах. Вот есть такое выражение — забивной форвард. Это у Хунтелари. Подача. А момент опасный. 2-2! Шальке 0-4 за несколько минут спасает эту игру. То, о чем мы с вами говорили. Аякс — команда молодая. Может она начать дергаться и нервничать после пропущенного гола. А Шальке 0-4 при своих болельщиках, при полном стадионе. Если немножко еще повезет, может вполне рассчитывать на хороший результат. Перехват мяча. Майер. Его никто не встречает. Пятится защитник Аякса. И не мешает с этого фланга. Калашинац уже сколько сделал передач в первом тайме. Тем не менее, никаких выводов Йоэл Велтман не делает. Сначала пятится, а не встречает игрока, владевшего мячом. Позволяет дальше принять мяч.